Курганская филармония 14 сентября открывает сезон уникальным в России фестивалем известной пианистки Элисо Вирсаладзе. Для нашей области это отдельный повод для гордости, ведь ранее Элисо отказала и Екатеринбургу, и Челябинску, которые приглашали пианистку провести аналогичное мероприятие. Мне думается, что Элисо Константиновне понравилась очень наша публика, отзывчивая, очень чуткая. Понравились наши юные музыканты, с которыми она когда-то проводила мастер-класс. Она приезжает сюда уже в третий раз с огромной радостью и удовольствием, вот организует 4 вечера праздника музыки. Элисо Вирсаладзе родилась в Тбилиси в артистической среде. Пианистке сопутствовал успех на международных конкурсах самого высокого уровня. На сегодняшний день народная артистка СССР много гастролирует и преподает в Московской консерватории. В свой прошлый визит в Курган Элисо специально для нашей публики впервые исполнила сонату Брамса. На мастер-классе слушала выступления учеников музыкальных школ и колледжа имени Шостаковича. На этот раз город ожидает более крупная программа. Откроется фестиваль ее сольным концертом, где мы услышим шедевры классической и романтической музыки. Затем она выступит в составе камерного ансамбля, что тоже для нас и большая редкость, и большое счастье услышать вместе с ней выступающих музыкантов мирового уровня, музыкантов, которые будут исполнять камерную музыку. Закрытие фестиваля 20 сентября станет настоящим подарком для любителей классической музыки. На сцену выйдет Государственный академический камерный оркестр России, главный дирижер Алексей Уткин. В программе Йозеф Гайден, Амадей Моцарт и, конечно, струнный оркестр Бетховена. Также есть шанс, что в перерывах между концертами Элисо вновь встретится на мастер-классах с учениками областных музыкальных школ. Светлана Епифанова, Евгения Волкова, Александр Менщиков, Александр Бутаков, информационное агентство «Курган.ру».